В Заречном началась подготовка к конкурсу по отбору кандидатур на должность главы города. Полномочия действующего руководителя муниципалитета Олега Климанова истекают 22 ноября. Организация конкурса стала одним из вопросов, который обсудили депутаты собрания представителей на очередной сессии. Конкурс предлагается назначить на 22 ноября, для того, чтобы разрыва в полномочиях не возникало между действующим главой и тем, значит, лицом, которое будет избрано по результатам конкурса. От собрания представителей в состав конкурсной комиссии должны быть включены два человека. Этот вопрос необходимо обсудить вам. Участники сессии предложили включить в конкурсную комиссию Сергея Рузайкина и Андрея Шалимова. Эти кандидатуры были приняты единогласно. Всего депутаты рассмотрели в рамках сессии 5 вопросов. Часть из них касалась приведения различных документов в соответствии с действующими законами и нормативно-правовыми актами. В частности, депутаты утвердили изменения в устав Заречного и положение о публичных слушаниях. Изменения сводятся к следующему. Опубликование и обнародование результатов публичных слушаний возможно в том числе посредством размещения их на официальном сайте. Мы это с вами добавляем в положение. Кроме этого, в положение о публичных слушаниях внесли еще ряд корректировок. Народные избранники также рассмотрели вопросы об изменениях правил землепользования и застройки города и утвердили досрочное прекращение полномочий депутата собрания представителей Юрия Черникова. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».